Сегодня гость нашей программы Екатерина Орлова, коммерческий директор Теле2 Коми. Екатерина Алексеевна, здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня будем говорить о поддержке малого и среднего бизнеса. Что может предложить предпринимателям Теле2? На сегодняшний день в нашей республике зарегистрировано более 36,5 тысяч предприятий среднего и малого бизнеса. Причем большая часть из них – это индивидуальные предприниматели. Малый и средний бизнес на текущий момент в нашей республике занимает больше половины всех юридических лиц. Как мы все знаем, средний и малый бизнес очень уязвим, особенно на старте. Поэтому они вынуждены экономить на всем – на связи, в том числе на связи, также на коммунальных затратах, на административных затратах. Поэтому Теле2 всерьез задумался, и он, наверное, один из операторов, который всерьез задумался на текущий момент об этих проблемах. И об этом сегменте рынка, соответственно, мы уделяем им очень большое внимание. Ну, внимание уделяете, а вот самим предпринимателям нужна ли корпоративная связь? Востребована? Конечно. Зачастую, если сотрудник предпринимателя малого и среднего, работающего у предпринимателя среднего и малого бизнеса, не использует корпоративную связь, это зачастую влияет очень сильно на его работу, так как он лишний раз не позвонит, не сделает какого-то звонка, не спросит, не задаст вопрос, интересующий его. Ну, я так понимаю, там фиксированная сумма какая-то должна постоянно быть. Компания Теле2 разработала ряд услуг, которые позволяют контролировать расходы на связь и облегчают жизнь самого предпринимателя. Прежде всего, наверное, мне хотелось бы рассказать о наших опциях, которые мы предоставляем. Это контроль расходов на связь, которая позволяет не получать счета, не пополнять ежемесячно счета, один раз просто не выдавать наличные своим сотрудникам, а просто один раз установить им лимиты и ежемесячно пополнять счет на определенную сумму. Ну и как это пополняется все? Действительно, это пополняется. Кроме того, наша компания готова предложить и безлимитное общение сотрудникам компании, то есть, соответственно, снизить еще больше расходы на их связь. А насколько просто подключиться к корпоративной связи? Очень просто. То есть компания Теле2 славится своей простотой как на рынке массовом для физических лиц, так и для корпоративных. Можно стать корпоративным клиентом в любом нашем офисе. Кроме этого, у нас на сайте tele2.ru есть специальный раздел, который позволяет получить достаточно большое количество информации о корпоративном обслуживании, оставить заявку на корпоративное обслуживание и стать корпоративным клиентом Теле2. А сколько человек в коллективе должно быть, чтобы вы все-таки подключили корпоративную связь? Чтобы стать корпоративным клиентом, 3 человека достаточно? Конечно, достаточно даже 3 человека. Ну, я думаю, на этой ноте мы закончим. Спасибо вам большое. Спасибо. Екатерина Алексеевна, я напоминаю, это у нас была Екатерина Орлова, коммерческий директор Теле2 Коми. Мы говорили о поддержке малого бизнеса.